Привет владельцам тазиков. Сегодняшняя беда с моей 99-й случилась. Вернее, до еще новогодних праздников случилось, пришлось бросить. Нужно было Новый год спиртное пить, отдыхать, а не ремонтировать эти тазики. В чем проблема? Нет зарядки. Но это не простая проблема, это не в щетках проблема. Дело в том, что когда поворачиваем ключ зажигания, отсутствует свечение горения контрольной лампы. Но когда начинаешь заводить, она начинает мерцать. Сейчас будем пробовать заводить. Сейчас. Вот, мерцнуло. О, опять. Машина завелась. Но контрольная лампа не горит. В этом проблема. Едешь, ехал, и не было известно, что у меня проблема, контрольная лампа вообще не горит. Умники скажут, а у тебя проблема с этой самой лампой. Ну вы же сами видели, когда заводил, она подгорала. Ну то есть, если хотите, можете проверить, снимаете клемму, мамку с генератора и на массу, и она загорается. Я это уже проверял, так что можете мне не писать комментарии там умные. Вся проблема в самом генераторе. Где-то обрыв, скорее всего, либо пробой диода, не знаю. Буду вскрывать, и вскрытие покажет. Ну все, первый этап съемки закончен. Так, ну что, разобрали мы, располовинили генератор этот девяточный. Начал я, конечно, сначала в статоре искать проблему, где-то что-то, какой-то обрыв. Прозвонил, диоды все целые. Все целое. Ну, а потом кинул свой взгляд на якорь генератора. Думаю, прозвоним. Так. Вот, смотрите, выходит и сниму два провода на токоприемные кольца. Ну, то есть обмотка есть. Она должна звониться. Берем тестер обыкновенный. Ставим на прозвонку. Ну, можно диоды. И проверяем. На контакты. На эти, на два токоприемные эти кольца. А он не звонится. То есть вот здесь обрыв. Это можно было проверить, даже не снимая генератор с машины. То есть только провел линию, слышишь? Так, можно было вообще не снимать генератор с автомобиля. Вот так вот регулятор напряжения мы снимаем. И здесь будут только приемные вот эти. Ну, не хочется мне уже его одевать. Только приемные два кольца выглядывает. И звонится оно точно так же. Чик. И можно будет еще прозвонить на пробой. То есть на один, но кольцо. И потом на второе. Пробоя не должно быть. Никаких показаний не должен. Ни пищать, ни показать, не давать показания. А вот так вот должны быть. На два только приемных этих колечка. Но в данном моем варианте здесь обрыв. Вот так вот. Всем удачи в ремонте.